Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 20-летней роженицы. Напомним, 24 ноября в Ульяновске скончалась молодая мама. Девушка родила ребенка в перинатальном центре «Мама». После родов начались редкие осложнения, и девушку перевели в отделение реанимации областной больницы. Был созван консилиум из профессоров УГУ и назначена терапия, но все принятые меры оказались безуспешны. В региональном Минздраве прокомментировали вопиющую ситуацию. С момента развития осложнений женщина постоянно находилась 24 часа под наблюдением медицинских работников. От нее не отходили ни на шаг. Весь медицинский персонал уделял ей полное внимание, вся помощь оказывалась в соответствии со стандартами помощи, клиническими протоколами и рекомендациями. Информацию о том, что роженицу перевозили из мамы в больницу на Сурово, а затем в областную, опровергли. Родила она в перинатальном центре. В связи с возникновением осложнения она была дальше переведена в многопрофильный взрослый стационар. Это областная клиническая больница. Потому что перинатальный центр, как вы знаете, находится на базе детской областной больницы. О том, какие конкретно были осложнения и от чего умерла девушка, специалисты не рассказали, так как это врачебная тайна. Ребенок находится в стационаре детской областной клинической больницы в удовлетворительном состоянии. Губернатор поручил провести дополнительную проверку и намерен объединить усилия со Следственным комитетом. Сергей Морозов также связался с мужем девушки и пообещал оказать необходимую помощь. Виктория Чиркова, Руслан Баталов, новости Ул-Правда ТВ.